Всем добрый вечер. Сейчас уже 6 часов вечера. Сегодня суббота. Ой, я только взяла камеру в руки. Надо было с утра монтаж. Я вчера вечером весь вечер монтировала. Даже ролик поэтому как-то закончился. Так, это, знаете, негласно, непонятно. Надо сейчас полить цветок. Насчет это, которые попереломались, тогда у нас так они не идут. А этот вот еще грею кушать с Яриком. Мы только садимся. Мы, ну, как бы Ярик кушал такими перекусами. Короче говоря, я легла, как немножко поспала. У меня что-то так голова вчера. Я вроде вчера повыпендривалась, сказала, у меня давно голова не болит. Все замечательно, у меня супер. И у меня разболелась голова. Я делала соус. Правда, здесь он без воды получился. Наверное, впитался, что ли. Не знаю, может быть, я перекладывала со сковородки. Сейчас добавлю себе тоже, положу. Не хочу все греть. Блин, то, что хочу так немножко, да, чтобы этот... Нет, она все сухое. Не знаю, в общем, вода куда-то... Хотя бывает такая вещь, когда добавляешь рис. А здесь вроде бы и риса нету. Здесь только картошка, овощи такие, да, вот. Не хочу сильно много картошки, но положу, потому что оно... надо поесть. Короче говоря, я вчера вечером, я так думаю, начудила сама. Я уже, мой уже мозг знает. А хотя, в общем, я не знаю. Не буду сейчас гадать, потому что Яра начал подхрипывать ночью, когда я ложилась спать. А когда он хрипит и задыхается, у него останавливается дыхание. Вот Симка прискакала. Да, Сима, ты ко мне прискакала? Ты моя девочка. Я лежала, спала, и она сидела. Ты мое солнышко, красивое мое зайка. Но целует это Сима, только Андрея бегает, когда он... Видно, я ее тюкаю часто, тискаю. Ну, не тюкаю, а тискаю. Поэтому она со мной вот начинает сразу драться, возмущаться. С Андреем нет, с Андреем она любовь. Ой, в общем, я как полупьяный ежик, потому что я утром стояла и уснула. Уснула у Яры прям... Ну, положила, правда, подушку, но видно, потому что я проснулась, мне как-то уже было некомфортно шеи. И я в основном сейчас сплю-то все равно отдельно, но, в общем, было как-то некомфортно мне. Достала. Проснулась, а утром проснулась уже с головной болью. Короче говоря, вот такая веселуха. Но Яра с носом все лучше намного, чем у меня. А я целый день с головной болью. В общем, потом взяла еще, посмотрела, так вроде давление 120, думаю, давление нормально, голова может болеть, у меня, ну, как бы кофеин, я не хочу опять подсаживаться, я уже 2 месяца была без обезболивающих, ну, когда начинала болеть, как-то я массажи, что-то, и она прекращала, и вроде не хотела пить, чтобы сделала гимнастику Шишоню, но, может быть, я 2 дня без гимнастики как-то не стала, опять прекратила заниматься, что-то какой-то момент получается, то компьютер занят, то у меня занято все по времени. И, короче говоря, не делала, не занималась. Девчонки, вот опять повторюсь, много опять почему. Почему, что знаете, как, почему говорите, мил, ты возвращаешься? Потому что к этим комментариям возвращаются именно все те же самые девочки, которые постоянно пишут. Это здесь не на постоянке, это пока здесь за счет того, что там ремонт. Да, ремонт затягивается. Изначально было, сейчас Андрей за это мне со мной тоже тюкает меня, что вот... Начала ремонт и все забросила, ну, потому что по времени не получается. Затем ремонт затянулся, комната стоит. Понятно, что все свалено, все не на своих местах, поэтому все не на свои места и ставится. Некуда ставить, где опять в эту большую комнату, там и так завалено. Пока там не разберется, туда ставить нет смысла. А это я, который каждый раз пользуюсь, также никогда не стояла здесь, да, до начала ремонта, когда были в шкафах все, но не нравилось, что нет у нас стен. Теперь стены появляются, обои появляются на стенах постепенно. Дальше будет потом. Поэтому, в общем, ладно, опять я отклонилась от темы. Выпила кофе, у меня поднялось давление. Голова еще больше развалилась. Я уже начала и Мильке названивать, что типа она не дома была. В общем, что типа Эмиля, у меня что-то давление. Ну, короче говоря, как вся моя паника с давлением. Но потом легла, говорю, Яра, сиди за компьютером, я уснула. А няня приходила, немножко няня сидела, потом няня ушла. Я уже потом Ярика посадила за компьютер, говорю, Яр, давай сиди за компьютером, я немножко посплю, потому что явно то ли эти дни не спала,
Не знаю, в общем. Так, а потом оказалось, когда няня пришла, она говорит, что у меня вот эти два дня у всех головные боли, якобы со вчерашнего дня, сегодня суббота, что какие-то магнитные бури, дико непониженное давление на улице, в общем, воздуха. Хотела показать, вот очень прикольные, вкусные вот такие они кетчупы. Правда, это что, Беларусь поставщик, я так понимаю. Ну, очень мне нравится, особенно мне нравится именно, вот видите, как маринад для стейка или просто готов. Но мне нравится больше, когда ему как маринадом, когда вот его делаешь, и потом... Сима, не надо закапывать нашу еду. Иди, Сима, иди. Сима, уходи, вредничая кошка. Сима. Что там спряталось? Глаз один. Ой, да, ну, вроде давай кушать, ему что-то не нравится. И вот этот, он такие, они, правда, немножко специфические по вкусу, но интересные, деликатные. Сейчас. Сим, что там? Насадка, Сим, Ярика, да, гоняешь? Эх, Сима, Сима. В общем... Посмотрю, может быть, себе я рыбу открою. Ну, Яре тоже Яра будет кушать. Я нашла, чуть не нашла ничего соло, никаких салатиков. Салат вчера пошел на ура. Андрей его долопал вечером. Остался горошек. Сейчас, может быть, горошек доедим. А себе или хрен. В общем, не знаю, сейчас какой-нибудь такой сборник поедим. Просто достала, посмотрю, что Яра захочет с чем-то. Не захочет, значит, уберу это все обратно. И майонез. Майонез вот сейчас беру такое, ну, не знаю, мне нравится. Он легкий, реально легкий, такой не сильно жирный, не насыщенный. Просто какой-то такой, типа есть заправка, вот так вот можно сказать. Ой, без занятий не занимались, ничего, отдыхаем, потому что даже сегодня логопеды тоже не состыковались. Но завтра я думаю, что Яре уже можно будет заниматься с логопедом. У него уже сопли так, они получше, потому что я купила ему... А я раньше делала полидекса, если что, только его спасает. Но сейчас полидекса французская, ее нигде не найдешь. И она такие цены завышенные. Я нашла вот такой наш советский, российский вариант. Тула, короче говоря. Синусефрин. Но он абсолютно идентичный этой полидексе. То есть как бы один в один сделан. И что мне очень понравилось в нем... Если полидекс это все больше одноразовое, то здесь вот это откручивается, и можно будет потом даже элементарно, как вот здесь, вот такой маленький я специально покупала. Ну, он просто для горловой, я потом горловой, когда использовался, я его промыла, и я туда наливаю, я покупаю вот такие бутылки натрия хлора. Ну, это вода, да, получается, дистиллированная. Как она дистиллированная, ну, в общем, я все время забываю, не дистиллированная. Короче говоря, да, да, как этот. Для вот разведения я этим промываю этот физраствор. Вот я всегда говорю дистиллированный физраствор. Он получается именно здесь натрий хлор, то есть это слив. Короче, то, что мы промываем всегда, то же самое аквалор, вот. Только в больших этих. И, кстати, потом можно будет его перелить вот сюда, налить даже. И именно если здесь такой спрыск, то там будет прям в носовые пазы можно будет спрыскивать и все. И что еще я ему чем промываю? А, ну и взяла вот этот, кстати. Ну, то есть, как бы все достаточно недорогое, и, ну, эффективное. Сульфацил натрия, альбуцит, вот тоже, кстати, капаю. Чтобы прошло. Ну и наша это самая палочка-выручкалочка. Я больше никаких сосудосужающих, кроме этого. Он достаточно очень легкий, мягкий. Только вибрацилом, если что-то. Ну и то очень-очень в маленьком количестве. Но это бывает только на ночь. Потому что хватает. Вот в этот сосудосужает, снимает он отек. Ну и что еще? Зиртек надо будет сейчас вот тоже дать ему. Противоаллергическое, чтобы тоже снимает отек хорошо, именно каплями, чтобы оно в носоглотке ему давало снятие отека. Единственное, что мне не понравилось, я вчера себе купила капли вот эти. Мне почему-то как-то коробочка показалась какая-то, мне не знаю, вот мне показалось, прям аж хочется еще раз купить. А на 43%, наверное, он просто... Мне кажется, что я как бы до этого, который брала Ременс, он был не такой спиртовый. Я вчера, когда
его глотнула, у меня шпаргалка, как бы, знаешь, такой чисто спирт бешеный проглотила. И вот сегодня как-то 10 капель, как-то они мне не пошли очень, может, я просто давно уже не пила таблетками его, но просто этот, мне кажется, более эффективный, он получается дешевле, чем таблетки на 10 дней выходят что-то 500 рублей, а этот 700 рублей с копейками минимум на 2 месяца, даже больше хватает, если его принимать. Вот не знаю, мне кажется, как будто такая полосочка, а я выкинула прошлую бутылку, что-то уже выкинула, она давно закончилась, и вот мне с нечем сравнить. Прям хоть иди покупаю в другой аптеке еще, чтобы посмотреть, это подделка или нет. Но спирт, может быть, там просто уже заканчивать. Прям как будто бы один спирт пьешь. В общем, вот так, не знаю, пока голова моя еще в процессе. Вроде бы она отдыхает, но... Ну так, опять что-то где-то подбаливает. В общем, не знаю, так сейчас Ярику возьму сюда стульчик, покушаем. И дальше будет посмотрим, что делать еще. Много дел есть, но... Синим. Кстати, купила себе опять, хотела сразу показать, коллаген, но в таком виде он с хондроитином. Хондроитины нужны на почти на по 2-3 месяца хондроитины надо пить. Или же даже чуть ли не колоть. Это именно для суставов. Вот ноги в колени колят. То, что мне предлагала она вот сюда колоть, в руку. Но это другой вот, я сейчас уже сегодня не пила, уже не буду сейчас пить. Хочу его попробовать именно, пойдет, не пойдет, он не такой дорогой выходит. Вот. Беру тогда, потому что, ну, здесь коллагеном. И купила вот такой коллаген. Опять, я его уже пила, но здесь чисто коллаген. Без хондроитина, здесь коллаген, гиалуронка и витамин С. Ну вот он хороший, мне еще рекомендовала его этот. Ну как бы по цене, я его заказывала, мне рекомендовала его мой, покажусь. Пьяный ежик. А как его? Мастер. Это парикмахер. Вот так, что, не знаю, посмотрим. Ох. Хотела показать сегодня все фотографии, но все не получаются. Я что-то не могу найти большой альбом. Не знаю, Яра куда-то, может быть, переложил, положил. Ой. А? Что? Потом я тебя тоже смотрела, просто Яра иногда бывает начинает с ума сходить, и у нас фотографии все куда-то улетают, поэтому где-то, может быть, убрали. Вот это, помните, я говорила прямо в эфире, немножко что у нас осталось, но я как-то... Ой, сейчас так вот. Вот. Это моя... Я тебя не видно. А? Твои фотографии? Да, тебя убили там в игре. Ну, игра играет и бабуля, а вот это моя мама. У нас сегодня день тюлень. Я свою голову страхую. А вот это я. Видите, какая? Сестра моя. Это мы в садике. Вот это тоже я. Ну, такие я вот оставляла фотографии. Но мне кажется, почему-то Яська вот... Это, кстати... Сима, что ты там? Где опять? Сейчас пойду гляну. Я заканчиваю. Еще был один большой альбом, но вот говорю, пока не могу, потом найду. Если могут, это мой дедушка с бабушкой. Что? Я телефон где-то он там спит. Но здесь в основном такие, да, где-то. В таком состоянии, потому что уже все. Это тоже я. И это я. У кого были такие фотографии с садиков? Вообще была такая большая одна фотография у меня. Ну, шоколадкой. Это мама. Вот тоже мама. Это я с сестрой. Это тоже мама.
Кто-то что-то повытаскивал, бабуля, ну это опять вот бабуля, все трое. Это мама самая маленькая была, это дядя, это тетя. И мама, у нас уже всех никого нету. Вот. Вот мама тоже со мной, я стою. Сестра, это в лагере. Это мне 16 лет. Это на выпускной в школе. Мне кажется, такие шапки были раньше у всех, да? Так, это тоже вот я и моя бабулина родная сестра. Она в Баку. Это мамина фотография. У меня в основном, я говорю, в основном я бабулю, маму. Вот. Это вот тоже я длинноногая в садике. Все вот эти вот раньше, да, обшивали платья. Тоже, по-моему, у всех есть обшиты. Вот у меня мама. Красивая тоже очень была. А это дед. Вот эта бабуля уже в возрасте. Это мама. Тоже мама. Молодая. Это я со своей первой учительницей в школе. Это вот с папой. В садике. На даче, на даче. Ну, здесь так, мама это около нашего дома родительского, бабушкиного. Мы тоже. Это тоже вот наша калитка на Баилово, где мы жили с бабулей. Это бабулин дом, то есть, да. А это мы на Зыхе тоже. Это все мои двоюродные. Вот я, сестра, а это, ну, тетя это еще жива, она в Баку, они живут, это ее. Вот я. Я была, кстати, в яслях очень-очень. Много времени. Это наш, кстати, дом. Вот бабулин старый. Еще когда фотографии, посмотрите, какие они еще дети, совсем все маленькие. Еще заборы были. Потом как-то постепенно эти заборы, эти все огорожены были, палисадники. Потом эти все заборы как-то плавно ушли. Вот здесь вот разделили. Это пошло в дед. Дядьки отдали. А здесь была эта половина наша. Бабуля жила и мама. То есть мама с бабулей жила вот здесь. Потом уже мама получила квартиру. Папой. Они уехали, а я осталась жить. А это здесь дядя жил с тетей. Тоже мой. Вот такие фотки. Вот моя фотография, сестра. Что там? Сейчас зарядка закончилась. Ну, сейчас уже все, так что я сейчас буду заканчивать. Зарядку я закончилась. Это я в школе пионерами. Одноклассница, моя близкая подружка. Ну все, вот здесь вот много чего стоило. А у Эмильки был, кстати, свой такой альбом детский. Вот, прям вот так вот сделан. Вот она такая была, Масипусечка, ей здесь 6 месяцев. Красота. Маленький такой был именно с практически вот с рождения. Здесь, а, ну, мы как бы как с рождения, вот с... А? Что? Что? Нет. Нет у тебя? Не 10 месяцев? Ну, потому что в 6 месяцев это фотография. Это тоже совсем лялька маленькая. Ковры на стенах, да? Раньше модно было. Здесь она уже ходила. Ну, тоже маленькая прям совсем. Красавица. Она все такая была симпатичная. Я маску делала на голову, чтобы волосы лучше росли. Тоже маленькая зуб, по-моему, 1-2. Здесь тоже. Здесь вот Эмильке сколько-то 5-6 месяцев. А эта девочка, вот как раз они потом были подружки с Эмилькой. Она родила, как раз она беременная здесь сидит. Ира. Коляски, Эмилька.
Как его, пухлячок? Пухлячок, да, вроде бы не пухлячок была. Да. Но это же постарше. Это со мной, это уже, по-моему, 2-3 котика, что ли, ей было. Вот она, вот, вот, кстати, она потом, вот, которая мама сидела беременная, у них такая, они сами все рослые, вот эта девчонка, она почти на полгода младше Эмильки, то есть Эмилька старше нее была, а разница, посмотрите, какая, да, этот, ну, вот они потом и дружили. Вот это первые шаги, в принципе, когда она ходить начинает. Это она с мамой моей. Это уже мама. Уже перед болезнью. Это. Яр, ты сейчас все снесешь. Сейчас я уже. Это вот в садике. 2 годика. 2,5 маленькая. Со мной. Вот, в дубленках. Кто-то говорил, что у нас зимы там в Баку. Еще какая зима, еще холодно. Ладно, я для понта, так и ребенок в теплых штанах. Вот таких вот. И в куртке, и, по-моему, даже вот здесь тоже девочка хотела. Как-то как-то мне говорили, писали. Вот тоже, сейчас я там зарядку. Тоже, знаете, какие спортивные штаны теплые, да? То есть, как бы, вот так это. Не жарко в Баку, не жарко. Это, ну, каком-то на день рождения. В школе, в садике. Группа в садике. Вот, и вот это все ее подружки в садике. Это вот эта девочка, которая... Здесь она еще беременна, Эмилька уже есть. А потом вот они будут с этой девочкой стоять. Вот они. Она старше нее. То есть Эмилька старше. Это тоже уже, наверное, 3. Сколько ей? Больше. Это выпуск Эмилькин. С садика. Мы запутки. Угу, Пуся, да. Вот так вот. Ладно, остальные фотографии уже потом покажу. А то Ярик... Ну, здесь мало осталось. У нас такой сегодня день получился воспоминаний. За счет того, что просто я сегодня, у меня было очень-очень много работы. И пришлось вот садик мое. Мой садик. Я. Пришлось много времени. Наш совсем маленькие мы. Такие малепусечки, да? Совсем или еще совсем ляльки. Вот. Совсем маленькая группа. Пришлось много времени потратить. Я даже не знаю. Наши фаны это такие. Это я совсем молодая, 20 с чем-то. Наверное. Компьютер уже поздно. Это мама. Она такая худенькая была. Это папа. Уже, ну, это все тоже уже последние фотографии. Это Андрей. Это на чьей-то свадьбе. Друга. Это тоже Андрей. О, это я. Это я показывала. Эту фотографию у меня, по-моему, есть распечатанная. Это я показывала в прямом эфире. Вот. Папа, сейчас покажу. Это мой выпускной. Выпускник. 16 лет. Это Андрей выпускник. Ну, вот на кого Яра похож больше. Не скажешь. Ну, я даже бы не скажу. Не знаю, не могу сказать. Здесь нету Яра. Здесь такие, здесь совсем немножко фотографий. Это же еще большой альбом, я не знаю. Это тоже вот я. Это папа мой. Мама. Папа. Мама. Это я где-то здесь. Я, вот я. Это мама. Носик такой курносый. Это Андру. Это мама вот тоже. На работе она. Это я, это наша Лиза, баба Лиза. Это тоже это дом, который они сами строили с дедом. Когда приехали они в Баку, они сами с дедом это все построили. Это мама с папой вот. Друзей где-то.
68-й год. Сколько маме? 28. Да, они, наверное, только поженились где-то. Вот так вот. Так что чуть-чуть воспоминаниями с вами поделилась. Если такие вещи интересно порассказывать, то я буду рассказывать. Напишите. Интересно еще, как мы переехали в Баку, как мы остались там. То по чуть-чуть, понемножку, мы вот сюда вот так вот можно посидеть и порассказывать что-то. А сейчас мы уже будем отдыхать. Когда я найду большой альбом Базар Стор, даже у нас, смотрите, магазины остались с этого, с бакинских карт. Андрей у нас. Это что? Это моя, по-моему, социальная карта осталась, а это моя банковская карта. Это международный был банк, там где деньги лежали, а мы когда здесь снимали. А. Куда уйдешь? Уснешь? Все, сейчас, да. Так что я ровня, говорит, я сейчас усну. Так что все, всем огромное спасибо за сегодняшний такой релаксирующий блог. Всем огромное спасибо и всем пока-пока!